Так, ну что, ребятушки, сидим, опять соблюдаем светомаскировку, опять гэпает, правила двух стен соблюдаем, сижу в коридоре. Два раза только что как гэпнуло, я просто в шоке. Шесть. Ну что, ребятки, сидим дальше. Тоже гэпает, продолжается. Я уже не знаю, я уже со счета сбился, сколько раз оно гэпнуло, если честно. Еще на улице такой сильный ветер, прям реально сильный ветер. И оно воет ветер по крыше, как будто вот так, знаете, завывает прямо сильно. Плюс еще вот это, и так, как трусятся стены, я не знаю, как вам передать. Крыша, фиг его знает. В общем, что могу сказать, ребят. Пока, как говорится, держимся. Погреб, как всегда, на поготове, вы знаете. Вода у меня там стоит, как, собственно говоря, и в ванной, и в туалете. Вода накопленная есть. Также там туалет переносной есть у меня в погребе. В общем, как-то так. Спасибо всем. Есть инвертор теперь у нас. Так что, если света не станет, я думаю, что останемся на связи. И будет, как говорится, электроэнергия в доме от аккумулятора. И будут, как говорится, жить наши рыбки и работать холодильники. Так что как-то так. И вот этот инвертор сейчас незаменимая штука, я думаю, в данное время. Фух, так что, ребзики, сидим, пока сидим в коридоре. Так, ну что, вообще, ребят, предупреждали, да? Вроде бы сейчас тихо. Предупреждали, что может быть что-то. Поэтому все как бы были на стрёме. Вроде бы тихо, сейчас будем уже заниматься своими домашними делами, проверим, что там вода и так далее и тому подобное. В общем, ребзики, всем добра, бабла, позитива, держимся. Подписывайтесь на канал обязательно на мой, нажимайте колокольчик. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток и телеграм группу по ссылке в описании. Ну а вдруг кому нужна страховка, залетайте по ссылке в описании, по моему промокоду TAXICOOL21, вы сможете оформить ее онлайн, эту страховочку. Всех обнял до хруста, держимся, ребят, пока-пока.